Вениамин Кондратьев наградил врачей почетными грамотами и отметил, что профессиональный коллектив – это главная ценность краевой клинической больницы имени Очаковского. Для всей 5,5-миллионной Кубани краевая больница имени Очаковского на самом деле надежда на жизнь. Каждый знает, что в случае, если, не дай бог, что-то со здоровьем, там всегда его примут. Это многопрофильный медицинский центр с международными стандартами работы, собственной санавиацией, новейшей медтехникой и специалистами. Специалистами самой высокой категории. Конечно, для этого требуются деньги, и край ежегодно вкладывает в отрасль здравоохранения четверть своего бюджета. Вкладывал, вкладывает и будет вкладывать, потому что уже прозвучало с этой трибуны, на здоровье мы никогда не будем экономить. С тем, как отдаются работе врачи центра, Вениамин Кондратьев знает лично. 12 лет назад, 2 месяца моя мама пролежала в реанимации в краевой клинической больнице, еще в той старой реанимации главного корпуса, то боролся я и боролись врачи всей реанимации. Надежда была у меня и у них. Все вместе боролись. До последнего вздоха моей маме. И я помню имя заведующей реанимации Валентина Николаевна. Вот сейчас с этой трибуны, с этой сцены, если вы в зале, и если кто-то из той еще молодежи тоже в этом зале, я хочу вам сказать огромное сыновье и человеческое спасибо. Самое главное, чего удалось достичь в краевой больнице, это возможность оказывать пациентам бесплатную высокотехнологичную помощь. Для этого в текущем году, несмотря на кризис, финансирование медицинского центра имени Очаковского увеличится на 10%. Причем лечиться в Краснодар едут не только из края, но и со всей страны, заметила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Это федеральный центр. Центр с высокой академической наукой. Более 700 тысяч пациентов проходит через амбулаторный консультативно-диагностический центр. Более 100 тысяч получают лечение в год в стационарных условиях. Более 60 тысяч получают оперативное лечение. Уверяю вас, Министерство здравоохранения Российской Федерации горячо поддерживает это развитие. Поздравил весь коллектив Первой краевой клинической больницы и председатель кубанского парламента Владимир Бекетов. За последние полтора десятка лет очень много сделано для того, чтобы действительно здравоохранение работало. Сегодня в любой районной больнице врачи знают главных краевых специалистов. Постоянно в режиме видеосвязи могут получить консультацию по любому интересующему их вопросу, а от этого выиграют пациенты. Главному врачу краевой больницы имени Очаковского Владимиру Парханову сегодня вручили сразу несколько наград. Он руководит медицинским центром уже 12 лет. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.